Друзья, всем доброе воскресное утро. Я сделала морс из облепихи и свежей. Свежую облепиху покупала на Дружбинском рынке. 100 рублей такой пивной, как говорят, стаканчик. У меня творог из чижика, банан. Я люблю творог либо с бананом, либо с какими-то другими фруктами, без сметаны и без сахара. Всем приятного аппетита! Друзья, всем добрейшее воскресное утро! Мы с моей подругой, со Светой, собрались в город, который находится рядом с нами в 10 километрах, но это уже Республика Татарстан, город Зеленодольск. Поехали с нами. Светлана Николаевна, привет. Ой, привет. Все, ребят, мы поехали. Поехали на рынок. Почему? Потому что там рынок гораздо лучше. Хочу урюк хороший. Ну, еще что-нибудь посмотрим. Ребята сейчас заезжали к нам на рынок и увидели мужчину, седой мужчина, с ним женщина. Мужчина играет на клавишных, и женщина рядом поет. 35-й на машине написано 35-й регион. 35-й регион – это Волгоградская область. В общем, смеемся со Светой, говорим, чёс по стране летний. Свет, смотри сама, как тебе удобно, так и вставай. Мы приехали, ребят, в Зеленодольск на рынок. Сейчас посмотрим, что у них здесь есть вкусненького. Ничего себе, союз риэлторов, полезные люди. Ой, как приятно пахнет фруктами, овощами. Чувствуется, что все свежее. Ой, Свет, мне, знаешь, специи нужны для плова. Смотри, клубника есть у них. $600 килограмм клубника. Малина 1100. Облепиха 550 рублей килограмм. Давайте. Черника есть 650. Голубика, Света, что только нет. Клюква. А нет, это брусника. Брусника 550. Манго какое красивое. А персики почем, Свет? 200 рублей. 250. Грибы, рыжики. Грибы глаз не оторвать. Света, грибы красивые. Картошка мелкая. Женщина стоит, мелкая картошка 100 рублей килограмм. Мне кажется, это дорого. Здесь клубник есть. А у вас почем клубника? Сколько? 400? Ага, вот вижу. А, лоток 400. Все понятно, спасибо. А там при входе 600 рублей килограмм, а здесь лоток 400. Ой, грузди какие красивые, грузди. А почем грузди? Сколько? Стоят, видимо, никто не берет. 400. А Мелиса почем? О, Алишка, привет. Здрасте. Для чая 50 рублей гражданка. Вы видео снимаете? Да. Для чая 50 рублей, красавица. Мне так смешно стало.
Красавица. Куда-то мы с тобой к ботинкам вышли. К обуви. Здесь уже вещевой. Свет, пойдем налево. А, нет, сначала направо давай. Давай, давай. А, ну давай. Темно-серый, может, такие даже? Свет, а вкрытый пойдем мы с тобой? Угу. Держи, что ты посмотрела? Сейчас придет только я. Кто мне должен? А куда еще надо? Алло. Алло. Здравствуйте. Я на выходном консультирую на расстоянии. Сколько температура? Так, градусы должны были вернуть на ресепшн, потому что лежал здесь, помните, ее забрали. Там есть ртутный и электронный. Посмотрите, пожалуйста, и потом мне перезвоните, скажите, сколько. Хорошо? А что вы снимаете? Не подскажете? Это такой сейчас 4 дала. Большой, да? Парень говорит, зачем снимаете? Я говорю, что хотели? Почему снимаете? Я говорю, потому что имею право. Цены снимаете. Надо было сказать, для первого канала снимаем. Шпекулянтов. А мы здесь зашли с тобой? Тут, пожалуйста, вот коричневатый, наверху костюм размер и цена. Так, размер 50-52, 3500. А вот теплые спортивные в какую цену? 4. Зашли в крытый рынок. А почем такая куртка? 2400. Угу. Симпатичная. А можно примерить? Курточку? Да. 2400. Распродажа обуви. Все по 1000 рублей. Я хочу на днях сходить в Cord Optic. Эльмира сказала, что у них сейчас распродажа, скидки на очки от солнца. Вот хочу сходить посмотреть в Cord Optic. Рубашка мне понравилась. 2000. Клетчатая. Свет, надо было, может, поторговаться с ней. Может, подешевле бы отдала. А где она, ты помнишь? А я нет. Я уже все закружилась здесь. В вихре одежды. Он тоже сзади, девчонки. А мы с тобой не оттуда зашли? Нет. Тоже, как я, не ориентируется на местности. Я
Хорошо, что Света запомнила. А мы здесь не были? Зашли в крытый продуктовый рынок. Давай посмотрим, где у нас урюк, где сухофрукты, фрукты, овощи. А давай посмотрим здесь, почем клубника, Свет. Ой, цветы какие красивые. Чудо. Красота. Вот сухофрукты наши. Сыр мягкий «Дары Кавказа» 500 рублей. 45% жирности, сделан в Ижевске. Я люблю такой сыр. А здесь колбасные мясные изделия готовые. Рыбка. Давайте рыбку посмотрим, какая рыбка есть. Копченый лосось 895 за килограмм. Семга. Хвост семги 1250 за килограмм. Скумбрия очень крупная 680 рублей. Баклажаны ке 50 рублей 100 грамм. Вот встречает нас мужичок в татарской национальной одежде. Ребят, мы зашли со Светой в карри. Карри через дорогу от рынка. Вот хотим здесь посмотреть сумочки, обувь, украшения. У нас в Волжске тоже есть карри, но у нас нет такого изобилия. Здесь, видимо, золото, серебро. А я хотела посмотреть бижутерию, но почему-то не вижу пока. Бижутерии нет, заколки, резиночки. Интересно, белорусские рубли, Казахстан, что там у них, тенге, и русские рубли, российские 2300 сумочка.
такая мне нравится. Классная сумочка. Российские 2600. Бесплатно отрегулируем ремень под ваш размер. Ребят, вот смотрите, здесь стоянка автобусов. И вот здесь, прямо напротив, под вывеской «Озон», у ребят всегда все свежее. Здесь текучка большая. Свежие фрукты, овощи, сухофрукты. Вот хочу опять у них взять. Вот такой я взяла урюк сердечный. Больше всех мне такой нравится. А бакинской пахлавы нет у вас? В прошлый раз тоже спрашивала. Бакинскую пахлаву вы не возите? Ой, я так люблю арахисовую халву. Надо взять. Да. И получаются, ребят, вот такие лепешки. Горячие, красивые. Вкусные. Да, видно сразу, что вкусные. Все, спасибо. Вот, ребята, с фруктами и рядом лепешки. Ребят, все, затарились, уселась в машину. Дома вам покажу все, что купила. Света еще пошла в фикс прайс. Вот такая лепешка. Хочу откусить. Горячая, горячая. Ребят, лепешки волшебные просто. Всем рекомендую. Сказочные. Ароматные. Очень вкусные. Печень индейки еще взяла. Здесь индейка, ларечек с индейкой. Ребят, смотрю, у русских в Турции вот на каждом углу свежевыжатый сок, кофе. Нас еще побегать надо, чтобы чашку кофе найти. Света подошла к машине, я побежала за кофеем. Прям умираю, кофе хочу. Где только взять, неизвестно. Вот, пожалуйста, свежий кизил. Кто сомневается. А почем кизил, а? 180 рублей всего кизил. Надо взять. Баклажаны, что-то я забыла. Баклажан надо взять. Смотрите, кукуруза у них прям в обертке. Кизил местный. Аку! Кизила, где? Ага. Нет, он не понял. Он не понял. А? Ну, тут, конечно. Он говорит, нет. Наверное, Краснодарский край или что-нибудь типа такого. Здесь-то кизил не растет. Он в горах растет. Да. Персик похож на белый лебедь, прям в точности. Нет, нет, мне кизил, кизил, пожалуйста. Так. Вот я и говорю. Подождите, кизил, мне взвесьте, пожалуйста. Пожалуйста, меня пусти, пожалуйста, у меня... Баня Заринская всеми любимая. Даже зеленодольские, говорят, приезжают к нам сюда париться. Все, заехали в Волжск, ребят. Вот наш Марбум-комбинат. В общем, мы со Светой доехали. Там ЖД закрыто, стоит очередь из машин. Развернулись, поехали обратно на другой проезд. Надеемся, что там не закрыт шлагбаум. Молодец, дядь. Поставь внимание, марш. Драпанул.
Вот моя деревня, вот мой дом родной. Вот Ариада, где мы с мамой в этот раз заказывали бизнес-ланч. Все нам очень понравилось. Особенно запеканка с красной рыбкой. Света вообще объеденская. Приехали домой, ребят. Света помогла мне подняться. Я сейчас вещи разложу. То, что для мамы, какие продукты оставили в машине. Я сейчас свои продукты разложу быстренько. И со Светой доедем до мамы. Света меня до мамы довезет. Да? А, нет, там. Мимо и направо. Сейчас едем со Светой мимо парка. Она меня везет к маме. Идет парень с маленькой-маленькой девчушкой. С собой самокат. Я говорю, я так люблю, когда папочки гуляют с ребятишками. Приятно смотреть. Такие дороги у нас, ребят, чудесные. К маме заехала, вкусняшка оставила. Там у нее племянница старшая с младшим племянником. Мы со Светой поехали к ней на дачу. Вот перед нами Волга, правый берег Волги, а мы с вами на левом берегу. Там что-то строят. Здесь я знаю, что песок намывают. Там эти же пески. Думаешь? Мне кажется, там что-то строят, огородили что-то. И вот песок не доделали. А как все дачник. Это металлический вот этот будет фундамент? Угу. Да не может быть, так высоко, да. Что ли, они хотят? Да, он выше всех будет, он на уровне вот с этим делает. А те все в низине. Обалдеть, так все будет к ним литься. Снег будет все сливаться к ним. Ну, здесь хорошая дорога. Новую сделали. Новую сделали? Нашу. Отлично. Сейчас через Куликово нельзя проехать? Можно? Можно? Открыли разве? Там на летний сезон там, закрывали. Света говорит, вода 17 градусов. Ну, 17 градусов, ребята, это, знаете, силом меня не заставишь залезть в 17 градусов. В 26 еще я согласна. Все, мы на месте. Можно прямо отсюда бултых. Да. Ой, ребята, понюхала. Ну, прям вот крымские розы. Вот хотите верьте, хотите нет. Пахнет и все прям крымскими розами от этих роз. Ва, обалдеть. Ребята, мы с вами последний раз были у Светы. У нее виноград весь был зеленый. Сейчас посмотрите, забыла, какая красивая. Созрела. Красота. Ну-ка попробуем. Чуть-чуть еще не готова. Но все равно очень ароматная и вкусная. Сниму, на дом быстрее спеет на подоконнике, чем здесь. Ребят, при входе на Светин участок на углу шиповник здесь у них растет. И вот я смотрю, он уже созрел. Сейчас буду его собирать. Света мне дала пакетик. Так что будем запасаться шиповником. Дома его посушу. Буду заваривать с чаем. Ребят, я во всем черном. У нас жара 25 градусов. На солнце, наверное, больше, я думаю.
Ага, уточки около кустиков. Там, наверное, маленькие у него утята. Большие выросли? Света говорит, они уже большие выросли, как мама. Сегодня гитаристов нет, Светлана Николаевна? Никто не поет нам. Настроение никто не поднимает. Никто не плавает, не купается, как в июне в жарком. Рыбы даже плавают, видно. Ага, рыбки плавают. Рыбка плавает по дну. Не поймаешь ни одну. Кунятки. Ага. Маленькие окуньки. Ветерок свежий, но теплый. Ой, смотри, уточка сюда плывет. Она, наверное, думала, мы ее покормить хотим. Уточка сюда. Она уже привыкла. Где люди, там хлебушек. Говорят, нельзя хлебом-то кормить. Только можно таким размоченным, сухим нельзя. Ой, красавица. Круги выписывает. Ути. На той стороне дом достраивают, ремонтные работы. Вот звуки бетономешалки оттуда доносятся. Вот и лето прошло, ребят. Словно и не бывало. Ждешь-ждешь его, моргнул глазом, и нет лета. Раз, два, три, четыре. Четыре уточки. Ой, мне так жарко, я бы сейчас тоже бултых в воду. Шповника много. Собираю с удовольствием. Свет сама любит каркаде, и я тоже. Четыре чашки заварила, ребят, по две каждому. Ребят, мы со Светой уселись, пьем чай каркаде с губадьей. Губадья – это национальный татарский пирог. Он делается с рисом, с яйцом, с изюмом. Там, кстати, вот в этой губадье изюм, вот, наверное, 1.5 сантиметра, огромный прям. Потом туда кладется кырт. Почитайте в Яндексе, если не знаете, что такое кырт. И сливочное масло. Пирог закрытый, объеденский, очень вкусный. Лена есть еще. И крыжовник. И слива. Как не достать ее? Плохо видно в пакете. Изюм огроменный. Губадья вкусная. Тебе понравилось? Угу. Мне очень понравилось. Виноградную косточку в теплую землю зарою. И забыла прям с ветки. Ароматная. Друзья, так хорошо провели со Светой время. И то, что на рынок съездили в Зеленодольск. И здесь под сенью яблонь посидели, чай попили, пообщались, поболтали, посмеялись. Света сейчас моет машину. Я периодически собираю шиповник. Красота, благодать. Единственное, что нам не хватило со Светой, это то, чтобы ее двухспальная кровать, которая стоит внутри дома, оказалась сейчас здесь на улице, под яблоней, и мы бы повалялись, может быть, даже вздремнули бы часок.
Представляете, о чем мы мечтаем? На природе, в тепле, ветерок такой слабенький, легкий с Волги ветерочек. Теплый, летний. 25 на солнышке, наверное, еще больше сегодня было. Потому что прям на солнце жарко. Короче, мы заказываем двухспальную кровать под яблоню. Вот такие у нас мечты, ребят. Милосердная красавица, сейчас будем сушить. Люблю ее. Люблю, говорит ее, красавица. Ласточку свою. Оказывается, не только мужчины машины любят. Ой, вот этот пейзаж меня прям завораживает. Озеро, на берегу дача, дачники, кругом зелень. Хочу, чтобы так было круглый год. Вижу. Друзья, какой чудесный день. Какая восхитительная наша волжская природа. Смотреть не насмотреться. Я вот, знаете, вот здесь села бы и на воду смотрела часами. И на все, что вокруг происходит. Как дачники работают, как утки плавают, кричат в камышах. Бьют своими крыльями. Прелесть, прелесть. Друзья, я вас обнимаю. Желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Надеюсь, что скоро с вами увидимся. Пока-пока. Комар. Света мне опять розы срезала. Буду наслаждаться дома их ароматом и красивым видом.